Да, дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру. И сейчас мне нужно найти научную базу, пойти и отдать припасы для бродяг. Руби передала припасы. А там у нас сидят ребята. И мне нужно отдать им. Вот, лидер шайки бродяг. Сейчас зайдем, посмотрим. А что ты тут делаешь? Меня послала Руби, и я принес припасы. Отлично, теперь я займусь этим. Увидимся. Погоди-ка, мне нужно добраться до пункта управления и загрузить кое-какие данные. Туда легко добраться. Иди прямо, потом направо. Спасибо. Так, чувак, что у тебя есть интересное? У меня денег нет. А, ладушки. И, но мы сейчас себе ракетки сюда положим. Вот так. Хорошо. Прямо, потом направо, да? Прямо и направо. Будет пункт управления... Вернись лидеру бродяг. Пункт управления заблокирован мусором. И они тут ходят, баночки чистят вот эти вот. Чистят, да, гладят их, наглаживают. Иди мусором займись. Иди. Иди займись мусором. Что ты там наглаживаешь? Нашел? Вообще-то там все под завалами, я не могу пробраться. Возможно, внизу ты найдешь помощников. На лифте, но сначала поговори с Руби. Спасибо. На лифте, но сначала поговори с Руби. Че, гоните, что ли? Мне нужно вернуться назад в город. Бензинчик-то не дешевый. Так, здесь сколько? 2 литра, здесь 4. Давай в инсайд зайдем. Сначала. Выполню задание. Задание. О, смотри, сколько здесь друзей-то наших, а. Ой, как много друзей. Офигеть. А ну, а тут есть друзья? Иди ко мне, чувиха. Ты тоже, чувак. Иди ко мне. О. В них стрельнешь, и они начинают идти за тобой, смотри. Вот, смотри, все ребятушки идут. Идем. А ты, чувиха, ты со мной пойдешь? Либо к ней поближе подойдешь, и она тоже активизируется. Активируется. Все, теперь ждем всю нашу бригаду на фейерверк. Все. Идемте, ребятушки, на фейерверк. Сейчас подождем, пока все на фейерверк идем. Так, а зачем нам сюда нужно было встать? Убейте толпу зомби. Сейчас, ребятушки, все. Так, все, потихонечку подходим поближе. Нет, все идем, все. Вот. А теперь стреляем. Есть, как подлетели-то, а? Патрончики всего лишь мне дали. Пару патронов. Так, никого-то нету сзади? Нет, показалось, нормально все. Вот еще бригада наша. Вот еще наша бригада из 11 человек, то же самое. Все, подходим. И сейчас будет фейерверк. 3, 2, 1. Пуск. А ты че, гад? На фейерверк не сходил. Вот еще у нас бригада есть. А эта бригада пойдет сюда ко мне. Пошлите. Тут тоже есть у нас фейерверк. О, нифига, а ты видел, что здесь лежал, был этот сейф? Все, готово. Я первый раз вижу, что здесь сейф лежит, офигеть. Ну что ж, поиграем. Ой, подожди, пробел почему-то нажал. Ах, сломалась отмычка. Не знаю, почему-то нажал пробел. Ах, ё-моё, смотри. Какие-то отмычки вонючие, они ломаются быстро.
И что там? 580 серебряных монет? 3 золотые монеты? 1 бинт? И все, да? А сколько, интересно, эти отмычки стоят? Вот эти, например. Одна штука. 100 написано. Ну, конечно. Она стоит намного дороже. И у нас здесь есть офигенская такая штука. Ракетомет называется. И сейчас у меня задание такое. Уничтожить всех зомби. Эй-эй-эй, почему такие взрывы? Все нормально? Вот я здесь патрончиков побольше наберу. Мне нравится это. Так, а ну-ка. Перезаряжаем. И сейчас будет еще одна орда. Нет, да тут тетечку убить. Все, ждем. Ждем монстров. Мощных монстров. Ждем, ждем, ждем. Вот они. Еще вот идет, идет, идет. Все отлично. Готовы. Кто здесь еще рычит у меня тут? Все, сейчас ждем монстров. Либо слева, либо справа. Где-то здесь они должны появиться. Вот они здесь. Стреляют. Сейчас мы вас разнесем. О, смотри, ты гад, смотри, куда подошел. Здесь толпа, вон огромная толпа. Это последняя, значит, у нас идет волна, которую мы сейчас ее победим. Вот это, смотри, гад идет, видишь? Ну что ж, все, миссия завершена, отлично, спасибо. Быстренько мы это все сделали. И идем в инсайт. А, в центр. В центр идем. Что мне... А, мне нужно пойти к нашей девушке. Что за люк? А что за люк, подожди. Где этот люк находится? Так, Эндрю... Руби. Не, все готово. Что тебе нужно? Мне нужен первый этаж научной базы. Никто не имеет права туда заходить. Он заражен, а я не могу рисковать распространением инфекции. Но мне действительно нужно туда попасть. От этого зависит судьба нашего проклятого мира. Ты действительно полагаешь, что сможешь найти лекарство? Да ты безумец. Отведи наших людей в безопасное место, а потом посмотрим. Да что такое? Ты мне не дала задания никакого? О, Эндрю, вот ты, Эндрю, чувак. А, снова ты. У меня есть одна работенка, тебе интересно? Я слушаю. Как бы это сказать, в трудные времена, как сейчас, люди начинают склоняться к странным практикам. Таинственный культ распространяется по городу. Культ? Да, именно так. Когда они появились, начали происходить странные вещи. Продолжай. Люди теряют разум и пропадают без вести. И ты винишь в этом культ? У меня есть подозрение, но мне нужен инсайдер. Продолжай. Эти негодяи обосновались где-то в коллекторах. Они отмечают свой путь странными куклами. Интересно. Примерно знаю, что он имел в виду. Ага. Так, идем к кассу. Поговорим. Так, эта миссия выполнена. 225 монет. Еще берем монет. Миссию. Хорошо. Люк. Смотри, видишь? А я не знал, что здесь еще есть такое место.
Что это за люк такой? Интересно. Я люк, и я механик. Тебе что-то нужно? Я ищу работу. Работу? А мне нужен крепкий парень, который может очистить старую ферму Нормана от зомби. Даст 400 монет. О, нормально. Порядок на ферме. Хорошо, хорошо. А что у тебя есть интересное здесь? Ультра хард. О, какие-то, смотри. Какие-то эти компьютеры. А, можно взломать их. И что будет интересно? Так, и что дальше? Доступ разрешен. И для чего? А, это может просто, знаешь, типа практиковаться. Доступ разрешен. Для чего эти компьютеры? Кто знает? А, нифига себе. Есть. Ух ты. Фигня. Нафиг надо. Сложно. О, подожди. В смысле, какая ловушка? Что это было такое? Слушай, люк. Это что у тебя за... Это самое за... Хакинг-тест. А, хакинг-тест. Типа ты не справляешься с хакинг-тестом, ты по голове его бьешь человека. Нафиг. Мэр у нас на 32 уровне откроется, так что... риэлтор нам хочет продать машину. Или что там, я не помню. А, риэлтор дом нам хочет продать. Нет, не будем ничего к нему подводить. Мы продадим сейчас эти кусок железа. За 172. А патрончики почем он продаст? За, в смысле, за 197? Чё ты гонишь? Патроны 9 мм. Вот патроны 9 мм. Сколько он стоит? 1000 рублей, 1000 штук, 1000 рублей. 700 штук должен за 700 и продавать, гад. Угу. Ладно, на этом все. Заканчиваем серию. И смотрите, продолжение уже будет скоро. Я думаю, даже уже завтра будет скоро продолжение. Всем пока-пока!